Вот из этого металлического контейнера в лесу в нескольких километрах от села Алексеевка было похищено 472 килограмма зерна на общую сумму более 5000 рублей. Полицейскими подозреваемые, двое жителей села, были установлены быстро. Как говорится, от людей на деревне не спрятаться. Оправдания стандартные. Просто в лес пошли за грибами. Там контейнер, дверь открыта, зерно рассыпано. Ну вот собрали и домой отвезли. В хозяйстве же пригодится. Однако у полиции иная версия событий. Из машины, из багажного отсека достали трос, подсоединили к входной двери, попытались вырвать. С первого раза не получилось, оборвался трос. Второй раз прицепили, дернули, вскрыли ворот. После чего начали собирать в мешки зерно. Подозреваемому осознание пришло и запоздалое раскаяние. Осознаю, больше такого не повторится. У вас доходов никаких больше нет, что ли? Нет, я музыкант, я на свадьбах на корпоративах Колыма. Ну что ж, все понятно, музыкант, тонкая натура, но закон квалифицирует эти действия однозначно. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с проникновением в помещение либо иное хранилище, до 5 лет лишения свободы. Денис Желтов, Андрей Багаев, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.